У поклонников красавицы-телеведущей, естественно, сразу возникла масса вопросов, кто он счастливый отец, и почему Вика ничего о нем не рассказывает. Довольно долго Лопырева стойко скрывала имя возлюбленного, повторяя всем любопытным лишь то, что он далек от мира шоу-бизнеса, и она этому очень рада. В одном из интервью, которое модель дала корреспонденту «Комсомольской правды», Виктория сообщила, что ей всегда хотелось, чтобы рядом с ней был не тот, кто много и красиво говорит, а тот, кто доказывает свою любовь и преданность делами. По ее словам, именно таким и оказался ее любимый, он очень бережно относится к Виктории, особенно сейчас в период беременности. Еще она назвала отца своего ребенка великодушным, умным и сильным духом. Имя названо. Однако совсем скоро загадка таинственного незнакомца была раскрыта, Викторию в обществе ее возлюбленного, отдыхающих на пляже в Майами, засекли папарацци. Все было очень мило и непосредственно, пара явно наслаждалась отдыхом. Даже когда влюбленные поняли, что их снимают, они не изменили своего поведения, совершенно не беспокоясь о том, что рассекречено. Когда свежие снимки попали в интернет, возлюбленного Виктории достаточно быстро вычислили. Было названо имя Игоря Борисовича Булатова, первого вице-президента группы компаний «Ташир», занимающего также пост председателя правления холдинга «Каскад». Булатов женат, особая интрига заключается в семейном положении Игоря, он женат на Татьевик Карапетян, отец которой Самвел Карапетян, глава «Ташира». Журналистам пока не удалось выяснить, каковы в настоящее время отношения между супругами. Однако совершенно точно известно, что в семье Игоря и Татьевик подрастают двое детей, причем младшей дочери нет еще и года. Пользователи Instagram сразу обратили внимание на то, что в профиле Таты практически отсутствуют совместные фото с мужем. Везде она запечатлена с детьми, с которыми и проводит сейчас новогодние каникулы на Мальдивах. Скандальную ситуацию пока никак не комментируют ни Виктория Лопырева, ни Игорь Булатов, ни Татьевик Карапетян. Или разведен? Впрочем, почти сразу после опубликования новостей последовал комментарий о том, что Булатов в настоящее время уже развелся с Татьевик и является свободным мужчиной. Возможно, именно этот факт и стал причиной того, что тщательно скрывавшее имя возлюбленного Лопырева внезапно перестало таиться и прятаться от фотографов. По словам пресс-секретаря Игоря Булатова, с Татой они расстались вполне мирно, без взаимных претензий, просто потому, что их отношения изжили себя. Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошу отнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе. Сообщение официального представителя бизнесмена цитирует сплетник. Прощай бизнес. Интересно, что фамилия Булатова в последнее время исчезла с сайта компании «Ташир», а ведь раньше он указывался там как вице-президент. Предполагается, что в свете последних событий Игорю придется сменить место своей работы. Что же за право любить, люди порой платят дорогую цену. Еще недавно Булатов входил в один из богатейших семейных кланов страны, а теперь пресс-секретарь Самвела Карапетяна заявил, что больше этот человек никакого отношения к семейному бизнесу не имеет. Надо сказать, что до своего романа с Лопыревой Игорь Булатов практически не был известен широкой публике, он действительно человек непубличный, и о нем известно не так уж много.